Здравствуйте, с вами снова Александр Литвиненко. Сейчас я вам хочу показать упражнение, как можно научиться лазить по канату. Первый момент. Большинство людей лазит по канату, думают о том, что схватиться нужно там хитро закрутиться и нужно лезть максимально вверх. Начнем с первого, что канат служит для того, чтобы укреплять кисти, предплечья и руки, необходимые в любых видах спорта, скажем, ударных или же каких-то силовых. Итак, с чего будем начинать? Мы не залазим на канат, а садимся на пол. Сидячее положение будет нам гораздо проще начинать отрабатывать это упражнение. Первое. Не пытайтесь схватиться максимально вверх. Возьмите руки перед собой, здесь или здесь, как вам будет удобнее, правой или левой вверху. И после этого пытайтесь поднять себя вверх. Когда вам будет выполнять это упражнение уже гораздо проще, пытайтесь зависать, удерживая ноги в уголке на небольшом расстоянии от пола. Если у вас получается это упражнение, вот тогда пытайтесь перебирать руками вверх, удерживая ноги в уголке. Выполняя упражнение на полуподтягивание на бицепс, вам также поможет укреплять ваши руки, и в дальнейшем вам будет проще лезть по канату вверх. Не обязательно лезть слишком высоко, можно тренироваться буквально, ну скажем, высотой в 1,5-2 метра каната. Смотрите внимательно. Фиксируя руки, перебираться вниз, вверх и так далее. Как вы видите, главное, чтобы работала голова, и придумать упражнение для себя самостоятельно. Я вам показал, как можно начинать отрабатывать укрепление рук, залазив на канат, сидя на полу. Всего хорошего, с вами был Александр Литвиненко. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео в рубрике «Полезные советы». Это Александр Литвиненко. Удачи!